Анвар Закиров официально вступил в должность главного судебного пристава Чувашии. Соответствующий приказ подписан министром юстиции России. Сегодня с руководителем республиканского управления встретился Михаил Игнатьев. В качестве исполняющего обязанности руководителя ведомства Анвар Закиров работает в республике с декабря прошлого года. Заместитель главного судебного пристава страны отметил, что благодаря принимаемым мерам в регионе продолжает снижаться долговая нагрузка. Несмотря на большое количество исполнительных производств, находящихся на исполнении в данном управлении, по первому полугодию в целом взыскано чуть менее 3 миллиардов рублей, консолидированный бюджет чуть менее 1 миллиарда рублей и непосредственно в республиканский бюджет чуть менее 100 миллионов. Да? Вот. Обеспечен прирост по сравнению с прошлым годом. Глава региона отметил, что между правительством республики и судебными приставами налажено конструктивное взаимодействие. Ключевая задача ведомства – погашение долгов перед работниками предприятий. Встречаемся с трудовым коллективом, встречаемся с ветеранами, чтобы иметь простую обратную связь, как нам нужно снимать все эти проблемы, чтобы напряжение не создавалось. Доверие есть со стороны руководства, министерства юстиции, это очень важно. И то, что сейчас вы приехали, еще рабочие вопросы обсуждать, это тоже здорово. Настрой людей будет другой, соответственно, только на выполнение прямо функциональных обязанностей. Еще одна тема рабочей встречи – взыскание алиментов в соответствии с законодательством. В республике на учете каждый должник. С участием адвокатов, нотариусов и с нашими должниками по алиментным обязательствам встречаемся, потому что они люди специфичные. На сегодняшний день они рассуждают по-старому, что легче уклониться от уплаты алиментов, сами лучше меня знаете, и что якобы начисление алиментов будет для них выгоднее в данном случае, а наоборот оно играет им минусом, тем, что сумма начисляется по-иному, как раз больше, когда работаешь нелегально. Защита законных интересов и прав – приоритет в работе ведомства, отметил Михаил Игнатьев. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика.